Доброе утро! Сегодня у нас воскресенье. Попробуем сегодня отснять небольшой воскресный такой влог домашний. Кто смотрит, может быть, первый раз видео. Меня зовут Олеся, это мой сыночек Егор Антонович. Да, Егор? Маша ручкой. Маша вот так ручкой. Вот, с нами в видео будет, конечно же, участвовать еще наш папа, да, Егор? И мой муж по совместительству. Так что поехали! Мы смогли, мы оделись. Вот они эти. Да, и малыши. Я так не люблю одеваться. Они постоянно меня хотят во что-нибудь завернуть. Носочку. Сосю. Сосю. Положи его в кроватку. Да, я пока положила. Нужно собираться. Не буду ничего такого особенного делать. В принципе, мы просто собираемся на прогулку. Поэтому я просто нанесу пудру тональную. У нас сейчас получится такая прогулка немного. Мы как бы на прогулку по совместительству идем за покупками. Нам нужно еще сходить в ДНС. Мне нужно флешку купить для телефона. Не пойми чего. В общем, взяла я опять себе чай для лактации, я его периодически пью. Такой на траву. Ну, тут кошачий пакет. Такой жидкий корм мы взяли коту, всегда ему такой берем. Балуем его, конечно. Вот. Это сухой корм. Проплан. Мы свою, в общем, кресло у нас там кофейник и все. А отдельно такие кофейники, они, в общем, не продаются, к сожалению. Мы искали еще в прошлом году, так что это у нас уже третья кофеварка. Чекупи, кошачья кухня. Вот ты был к этому не готов. Да. Давно мы тебя не купали. Поймали кота. Да, поймали кота. Надо сюда вычесать потом, Мил. Что у тебя тут такие штуки, такие колтуны. Ой, Мил, ты что, прибалдел, что ли? Да, тёплый. Ну, кайфушник. Кайфушник такой. Так. Сейчас будем кушать и потихонечку завершать наш сегодняшний влог. Уже день подходит к концу, нам осталось
В принципе, сейчас покушаем туда-сюда и уже потом сами купаться будем, и Егора купать уже надо будет. Картошечка, пюре и котлеты рыбные. У нас в Ессентуках есть один магазин прикольный. Ну, там продают всякую разную готовую еду. Вообще, обычно пюре я готовлю сама. Вот. И вот. Ну, берем обычно, когда неохота там много готовить, чтобы не оставалось, мы берем там чуть-чуть пюре. Чуть-чуть. Угу. Мы за тобой шпионим. Вот, чуть-чуть пюре, чуть-чуть котлет. Завершаем наш блог. Всем хорошего настроения. Пока-пока.